субботу прямую телефонную линию проведут первый зампред Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, замглавы администрации Первомайского района Марина Сгорская и управляющий делами администрации Ленинского района Светлана Гриневецкая. Звонки будут приниматься с 9 до 12. Номера телефонов указаны на экране. Со списком курируемых вопросов можно ознакомиться на сайте горисполкома в разделе «Новости». Новое постановление Минздрава дополняет ряд требований по борьбе с коронавирусом. Теперь, к примеру, в любых общественных местах средства индивидуальной защиты, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком обязательны как для работников, так и для посетителей. Ознакомиться с полным перечнем изменений можно на сайте право.бай. В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2021-м. Так отдыхать белорусы будут 8 января и 10 мая, отрабатывать 16 января и 15 мая. В Совмине напомнили, что организации имеют право переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством. В Бобруйске продолжает действовать масочный режим. Это значит, что при посещении общественных мест горожане обязаны быть в защитных повязках. Сюда относятся магазины, аптеки, банки, кафе, учреждения образования и здравоохранения, общественный транспорт.